Paulo, não tá nem de vez. Да, первый этаж пех. У меня можешь пушить сюда смело. Поешит, сука. Очень каленый. Внизу, я думаю. Встал? Да. Сейчас, раз уж мы идем такой хуйней страдать, я должен надеться как долбоёб. Ну, как я, короче. Именно. Ох, сейчас посидим, блядь, в скайпе. Запускай, давай, блядь. SJ-12 надо взять сюда. Чувствую, нам придется много сидеть. Тактически сидеть. Козел. Какой же ты козел, отвечаю. Я чувствую себя уёбком каким-то просто. Потому что идешь выполнять квест. Ну, бля, есть нюанс просто. Кончилыга. Господи, он конченый. Чё ты это? Болтовки это весело, кстати. Пойдём на траву. Идеальный спаун, да? Просто на нас выбегает пачка типов из 5 калашистов. И такие, о, это да. Да, и я как Джон Вик просто начинаю с пистолета их. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Бля, это выпуск не попадет, не переигрывай. Ладно, но я здесь управляю, блядь, вселенной, ну. Да, слышу. Я на высоту пошел за деревню. Он в этой, с красной крышей иду. Двойка? А другой за ним, да? Вижу. Да, слева. Убил одного. Хорош. Твой шиф, да? Нет. На меня тебе же. Откуда? Я хочу его. Дал там? В упоре у меня. Он шифте, да? Да, справа. Пилигрим. Убил его. Он просто, блядь, лег посреди поля с пилигримом на спине. М700. Я думаю, почему он меня не убил, у него прицел ебланский просто. Что у него прицел? У него прицел даунский. Да. Знаешь, этот прицел на М700, который, блядь, зумит миллиард кратности и больше никак он не может зумить. А так, короче, вот у него такой. Чел первый раз играет, что там? 31 левел. Бля, ладно, не первый раз. Он еще в США. В глухом шлеме, блять, и в генке. Блин, не, ну этот молодой человек что-то понимает. Ну я не знаю, что он понимает, хуйню он какую-то понимает. М62, блять, нихуя. Его голову убил? Да. Что, М62? Блять, я хочу. А я не дам, блять.
При этом у него заряжены были БПЗ, блядь. Я не знаю, такой-то ультра странный чел. О-о-о. Ребята, мы зайдем, блядь. Подождите нас. Мы там квест идем, выполнять, чуваки, подождите, пожалуйста. Бля, по кому он работает? Видел. Видел? Убрал нахуй одного. На берегу еще один. Я, наверное, на Норвинский забегу. Хочешь. Вижу. Слышу, вверху. Хорош, хорош, бля, я это заснял. Он чисто бежит на меня ебать. И ты такой, пам, блядь, выключил его. Надо чекнуть, вообще зарегало в голову их. Да, зарегало троих. Еще два килла и все. Там направо. Вижу на Норвинском два пеха. Забегают на Норвинский. Давай быстро туда. Я на позиции. Вижу, на выход бежит лодки. Готов ебашить? А? Давай. Убил его, по-моему. Да, хороший. Слева. Ага, вижу. Ну не торопись, он ближе подойдет. Я не буду, я не... Типа, смысла нет. Блять, руки сухие. Убил нахуй. Хорош. Так, для нас зарегало. Скорее всего. Да, еще один остался. Забегаю в админку. Вижу 301 пех. А тебя? В мою сторону снайпер. Бил нахуй чела. Бля, спасибо снайперу, он его отвлек. Чел вышел на балкон, начал смотреть, куда снайпер стреляет. Все, стрелок оформлен, реально. Возвращайся туда. О, курва! Видно, на втором этаже ходил, только что левое окно. Блять. Его убили. В натуре? Его брат убил. По-моему, да. Нет, он живой. А. Слева, лево, смотри. Я понял. Попал, блин. Я умер. А как ты не попал во вторую? Что? Убил его. Я первый раз промахнулся с первой пули. Второй этаж вижу. Видел. Там их много, блядь. Да, двое на втором. Убил нахуй. Еще один там рядом. Внутри гранаты. Видел, на второй этаж поднялся пех. Правой секции. А, ну я убили к этому... его, есть еще один внутри. На лестнице убили правой. Сверху еще сидит, походу его встретили. Труп на лестнице. Труп на лестнице. Да, да, сверху еще один сидит, значит. Ну, могу его запушить, если хотите. Смысл? А вот сэр. У меня автомат. Умесь. Граната есть на даль дать? Нет. Убил меня на первом этаже или сверху откуда-то. Пиздец, блядь. Я умер. Сверху их двое еще живо. За забором у меня. На огне опасно шифт. Прыгает. Убил, это челобот был.
Бля, ебать, я ему поставил. Не видел. Его в прыжке наказал. А, в голову, блядь. Э, служивый, это наша точка! Убил двоих. Че, в твой? Нет. Подходит. До входа. Попал. Внизу красный контейнер. Внизу. А я? Зашел. Лестница. Вот. Било. Хороший вроде. Да я этого дядю разберу. 52 левел, блядь. У меня был. МЦХ у него был. Дальше. Я пушу на выстрел через гаражи прям. Вижу труп. Убил скилла. Я бегу сзади. Ух ты, ебась. Ну просто для 20, для 31 уровня неплохо. У меня за стеной прыжки. Давлю его. Одного забрал с собой. Да, я умер. Я на первый этаж залез. Да, на третьем он стрелялся с лестницы. Я, ну, короче, он смотрел на лестницу. Йоц. Убил одного. Хорош. Спытал и запушил. Не перестрелял СВД, не пробил его. Блять. Вот это погодка. Да, погода моё почтение. На входе. Бля, неужели этот тип вылетел? На входе в душку. Босс. Да, тут тип вылетел, иди сюда быстрее, убей. Держу на прицеле его, блядь. Прям на входе, блядь, доходи быстрее, он залагал. Йо. Вот, блядь, СКС. Все, оставь мне босса, босса мне оставь. Бля, внутри, смотри, еще один! Держит, блядь, убил. Дали, дал. Стой, не убивай, не убивай, не убивай. Убил. Еще бегут, бегут аккуратно. Теперь не убей босса, главное, блядь. Понял. Бля, где ебаный босс? На втором уровне. А, в туалете, Убил его. ТТшники есть. Бля, ну падлы ебаные. Да. Хуй тебе, а не карточку. Очень. А вот не знаю, блядь, Буянов Никитка не отдает, сука. Я, наверное, возьму. Подожди. Он продался, его тебе. Да, он просто сидел. Да, блядь. Ну-ка, пойду. Да ну нахуй. Если у него барабан ппшек, я его все ебал, блядь. У него барабан ппшек 762. Да, он тебя то вообще распилить нахуй мог. Сейчас я по максимуму в попку себе спрячу. Ура, победа. Здорово, просматривающий. Вижу, ты досмотрел практически до конца. Огромный тебе за это респект. Это очень сильно продвигает канал.
Не забудь воткнуть лайк и подписаться, чтобы меня не потерять. Давай, обнял.